предвкушении замечательного отдыха и веселых праздников. Именно с таким настроением утром 7 июня собирались дети на площади Мира. С этого пункта назначена первая организованная отправка в загородный оздоровительный центр «Горное эхо». Кто-то едет в этот лагерь в очередной раз. Есть и новички. Хорошее настроение. Думаю, то, что будет все хорошо. Главное, чтобы погода не испортилась, потому что из-за погоды настроение потухнет. Я еду не первый раз, но настроение у меня хорошее. Жду от этой первой смены более-менее лучшего, чего не получилось в том году. Ну, настроение хорошее, а от отдыха жду какие-то хорошие эмоции, веселье какое-то. Смена будет длиться 3 недели. Как пройдут эти дни, в том числе будет зависеть и от самих ребят. Поэтому главное настроиться на активный отдых. Настроение у всех хорошее, все ждали этой поездки. Тем не менее, перед отправкой немного волновались и дети, и взрослые. Мы собирались долго и ждала. Я в первый раз поеду. Вот. Есть волнение? Угу. Самое главное, наверное, сейчас пожелать хорошей солнечной погоды, чтобы погода была благотворительной для купания, для отдыха. Ну и все. Самого отличного отдыха. Организаторы подготовили для отдыхающих обширную оздоровительную и развлекательную программу. Все 3 заезда в Горном Эхо будут посвящены году кино. Каждый ребенок сможет открыть свои способности и таланты именно в кинематографе. Могут попробовать себя в качестве режиссеров, в качестве операторов, костюмеров, гримеров. То есть много мастерских будет для них сделано. Люди постарались, администрация для этого прилагает массу усилий в течение года, готовят эти заезды. Думаю, будет интересно, так же, как и в прошлые года. Всего в Кумертау будут работать 3 загородных лагеря – «Горное эхо», «Ласточкиное гнездо» и «Зеленые дубки». В них отдохнут и укрепят свое здоровье дети из разных городов и районов республики.